Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в Бравл Старс. И так как у нас есть еще 28 билетов, мы поиграем сегодня в Раборубку, Защитники Хранилища. То есть до конца события у нас осталось 14 часов и 9 минут. И будем играть в Раборубку, потому что, не знаю, говорят одни, что билетики пропадают. У меня их, конечно, не очень много, я собрал только 28 билетиков. А другие говорят, что они на что-то другое поменяются. Они должны заменить на что-то раборубку, значит будет что-то другое. И поменять на другие какие-то уже монетки или жетончики, или что там будет уже нужно для другого события. А сейчас мы выберем, я, наверное, хочу сыграть на ПЭМ. Я, в принципе, играл на ПЭМ, она мне понравилась, и сейчас будем играть в раборубку на ПЭМ. Так что, друзья, погнали играть в раборубку. Друзья, не забываем прожать лайкос и подписаться на канал. Кто еще не подписан, сейчас будем защищать наш сейф. Так, где роботы? О, вон уже пришли. Вот, идут уже. О, их там много собралось. Вон сзади уже пришли, уже со всех сторон идут. Уже идут со всех сторон. Так, мы уже держимся почти 2 минуты, друзья. Вы как помните, у меня лучшее время 3 минуты 26 секунд. Интересно, побьем мы рекорд или не побьем в этот раз в раборубке. Ну, я вам скажу, ПМ хороший боец. Мне она нравится, и у нее очень такая как раз ульта неплохая. То есть все стоят и... Так, уже идет какой-то большой робот. Робот уже большой идет. Друзья, вы видели это? Они со всех сторон, друзья, идут к нам. И нас... Ай, разбили наш сейф. Ну, я так все-таки побил рекорд. У меня было 3 минуты 26 секунд. Сейчас стало 3 минуты 39 секунд.
Да, я все-таки рекорд побил. Сейчас попробуем еще раз сыграть на пен. Да, друзья, они окружили нас со всех сторон. Окружили, друзья, со всех сторон. Сейчас придет этот самый главный ихний робот Вартер. Самый большой. Я сейчас начну тут. Вон. Так, ну мы уже почти 2 минуты продержались. Ай, меня убили, друзья. Как жалко. Как жалко, сейчас наш сейф разобьют. Наш сейф разобьют, разорвут. Видите, как быстро его разорвали и раздрали. Наш сейф. Так, у нас уже есть, друзья, один ящик. Откроем ящик попозже. И сейчас еще сыграем в раборубочку. Так, ждем, вот первые. Так, надо собирать ульту.
О, вот идет самый главный. О, вот опять идет этот робот. Да, все, нас убили и наш сейф разорвали. Время выживания 3 минуты 32 секунды. Так, ну что, друзья, наверное, я буду заканчивать с роборубкой. Не знаю, кому понравилась роборубка. Давайте поставим лайк. Подпишемся на канал. Как вообще ПЭМ играет в роборубке, посмотрите. Откроем сейчас ящик. Давайте прожмем лайкос и подпишемся на канал, кто не подписался. И откроем ящичек. Монетки, очки силы. И очки силы Эль Примо. Так что, друзья, вот такая сегодняшняя наша роборубка. Кто не подписался, давайте подпишемся, прожмем еще лайкос. И всем спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч. Пока-пока.